Познакомиться с олимпийской чемпионкой смогли отдыхающие в Фоке Гагаринский. Физкультурой с детьми в лагере сегодня занималась Олеся Красномовец, олимпийская чемпионка по легкой атлетике 2004 года. На тренировке побывали больше 100 детей и наша съемочная группа. Прыгаем. Раз, два, три, четыре. Поехали. Тренировка под руководством олимпийской чемпионки начинается с динамичной разминки. Олеся Красномовец за долгие годы своей спортивной карьеры убедилась, именно разминка – основа успешной подготовки к соревнованиям и залог будущих побед. А еще важно иметь кумира. Мой кумир был только на экранах. Но когда я уже начала такое становление, когда мы уже вместе соревновались на одной дорожке, и вот это уверенно, что я могу, я не отстаю, я даже где-то вырываюсь в лидеры. Конечно, это вот прямо такой стимул для спортсменов. После разминки – эстафета. Именно в этой дисциплине представительница Уральской школы легкой атлетики Олеся Красномовец завоевала олимпийское золото в 2004 году. Спортсменка отмечает, элемент соревнования – один из самых важных в подготовке, закаляет характер. Друзья, давайте поаплодируем друг другу. По итогам эстафеты побеждает дружба. В качестве призов сегодня не только брендированные браслеты, но и интерес к легкой атлетике и дальнейшее желание заниматься спортом. Честно, я вообще не хожу на физкультуру, но здесь я почему-то стала бегать. Просто все начали бегать, и мне захотелось тоже как-то поучаствовать. Мне понравилось то, что она очень спортивная. Мы побегали, попрыгали командно. Она мне может полезна тем, чтобы у меня мышцы не забились, допустим. Эта тренировка с чемпионом стала уже 10-й по счету. Организация «Первоуральска. Город чемпионов» привезла в наш город уже немало известных спортсменов – боксеров, футбольных фристайлеров, бойцов ММА, лыжников и многих других. Все тренировки проводят, чтобы приобщить молодежь к спорту. Во-первых, показать, что у нас есть звезды спорта, что возможно из нашего маленького города, из Екатеринбурга, с области попасть на подиум Олимпийских игр, чемпионатов мира. Ну и второе, просто показать ребятам действительно те упражнения, те нагрузки, которые выполняют олимпийские чемпионы, когда занимаются. Следующая тренировка с чемпионом пройдет уже в августе. Кто ее проведет, организаторы пока держат в секрете. Ирина Арефьева, Дмитрий Коньков, Михаил Пиранков, Служба народных новостей.